часы хождения по миру Скайрима, я наконец-таки нашел этот чертов способ попасть на старушечку. Для завершения, точнее, для продолжения квеста «Осколки былой славы». Наконец, я уже, блин, я тут заколебался ходить по этим чертовым руинам. Ну, не совсем руинам, конечно. Но смысл в том, что заколебался. В конец причем. Ну, зато сейчас завершим это все дело. Так, яйцо. Да заколебали вы уже с ним, что это было. А, блять. Сет изгоев у меня уже есть. Так. Так, стоп. Венцо, урна, ключик пойдет. Кто-то валяет. Еще один изгой. Откроем тогда. И тут три уровня осталось до 30-го, так что... А, нет, ну бандюк. Зелье магии. Говорю, мне тут осталось 30... Тут три уровня осталось до 30-го. И мы сможем с вами начать квест Зов Баэтии, для которого нужен именно 30 уровень. Так, еще одна дверца, еще одно сохранение. Потому что мой компьютер вообще нестабильный в последнее время стал. Кто тут у нас? Изгой? Сюда иди. Блять. А, вересковое сердце, все ясно. Я сам почему этот гад такой сильный. Он вересковое сердце. Или тут еще один маг есть, который меня замораживал. Нет? А, вот он. Вересковое сердце. О, стеклянный кинжал. Норм. У меня уже почти накопился сет эльфов. Почти. Блин, вот ненавижу этот херов баг. Уручья перчатка подойдет. Ламеллярная броня. Нет. У меня есть уже это зачарование. Так у меня там и расход меньше, и восстановление быстрее. О, кролик. Еще одна дверца, еще одно сохранение, само собой. Ни хера не видно, конечно. Вскурим, выходим. Так. Тут, если не ошибаюсь, есть у нас небольшой гарни. Нет, я туда не пойду. А, да, есть небольшой гарнизончик. Лестница есть, тем более. Привет. Блять, кто там маг такой, а? Сука. Я по трупу шатаю. Где этот маг? А, вот ты где. Сюда иди. Что такая, типа боевая баба, да? Типа роковая баба. Ну иди сюда. Не, не тогда. Все? Все. Что тут? Такая... О, бочечки. Да, блять. Сюда иди. Лежать. Сумки аптекаря, две штучки. Слабый яд, где-то там лучник дрочит сверху. Будет найти как-то его. Так, стоп. Ну туда. Сундук на адепте. Ладно. Адепта, блять. Деймерский стрел. Золото пойдет. О, зелится. Сила магия. Хпа. Так, 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 так. Полетели выше.
там выше еще. На полу там немного этот лагерь. На Википедии было написано правильно. Лагерь небольшой. Норские руины. Всего лишь. Что у нас тут? Лук. Стрела и снадобье. Так, так, так. Поднимаемся выше, значит. Кто-то тоже успел ловушки активировать, а? Я тут не был. Охотник. Херня вопрос. Вот добытчик вереского сердца, это вообще капец. Ух ты ж, бля. Ой, бля. Ой, бля. Ой, бля. Ой, бля. Мне уже страшно. Ну что там тролль. И вереского сердца тут. Да, блядь, вы издеваетесь, что ли, надо мной? Ладно, у меня хотя бы не твой клинок. Да лежи. Теперь ты. Да! Я его чпокнул. Так, вереского сердца, так, эльфийский боевой топор, стеклянный боевой топор берем. Тролежер. Изгой это. Угу. Топор только. Ладно. А, я еще вот этого не успел. Или успел. Ладно. Так, недалеко осталось в любом случае. Вот. Это имеется в виду в Донстар, донос всех. Кстати, а как так можно попасть туда? А. Из руин имеется в виду. Ладно. Сохраняемся еще лишний раз. Так, кого порешили? Лишного эльфа? Ну, жалко тебе, братюнь. И вот на этот... Это хреновая... Старушечья скала. И еще одно сохранение. И пошли. Одно хорошо, из этой старушечьей скалы мы сможем... Тисло ШТП сделать в White Run. Никого тут нет. А тут нет никого, чувак. Тебе показалось, это иллюзия. Иди, фапай. Дальше. Что, простите? Он меня типа нашел, типа не нашел, да? Ну охерительно. Бля. Нафиг мне еще один лук изгоев, а? Сразу и надо еще лютого сдать, потому что он вес набирает. Тьфу. Веса берет у меня много. И что, ты типа такая крутая, да? Когда выпьешь вина. Угу, ясно. Не попал, что ли? Ну охренеть. Ядри тебе, снайпер. Сюда иди. Мах ты хренов. Вот блин, вот как они не понимают, а? Вот эта чертова аура защищает только от магии. Только мать их от магии это все дело защищает. Эй, блин, твой клинок, это магия? Нет. На наверх, что ли? Да, на наверх. Значит, пройдемся по низу. Так, еще зелье. Ай-на-на-на-на-на-на. Ай-на-на.
Так, лифтворкер мне нахер не нужен. Еще желтый. Оба-на! Так, вот про это я забыл. Сохериняемся. Народ! Ау! Ку-ку, ёпта! Где вы все тут? До хрена должно быть. Ку-ку, мои мальчики! Ладно, никого нет. Потыбзим все, что можно. Да. Изгой. О, блядь! Это что за херня сейчас была? Тьфу ты, ёбаный ты в рот. Не гори, скотина, я уж, блядь, обосрался. Вручья стрела, это. Вообще, пестицид тут просто. Ничего-то нет? Нет. Ах, блядь. Срань господняя. Так, это у нас, наверное, позже откроется, если память ни с кем не изменяет. Урнагал, да? Колечко. Смотри-ка. Деревянный диаст с адаптом. Я так понимаю, мы потайной ход открыли? Так, походу... Походу дела, да. Или я ошибаюсь опять? Да, я ошибаюсь. Ну что, это нихера не подойный ход. Просто дорога к сокровищу. Нам надо еще выше. Чтобы богатство и слава в кавычках нас ждут сверху. Но хотя в любом случае золотое колечко с бриллиантиком. Хороший улов. Так, 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 так. А, вот еще забыл. Ой, кружка? Нахер. 349. Да. 349 кило. Много. А на это единственный путь, идем туда. Да, здесь плита. А где все-то? Я не понимаю. О, камни. Что-то мне страшно. Мне не страшно, мне сцикотно. Блин, наступил все-таки на плиту. Вот это вот ворожея наша последняя, она сильная. Сука. Почему эти корни нельзя собрать, а? И кто, блядь, меня видит? Она сама, что ли, идет ко мне? Сюда иди. Свинота. Драскуа. Еще, блядь, Дракула называлась.
Лежать, падла. Сильная, блядь. На каком уровне я с ней сражался, ё-моё, раз уж она для меня сильной была. Хуй. 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 О, стенка силы. Стенка на стенку. 100 лайк, кто помнит, о чем я говорю. Потому что в наше время уже мало кто помнит. Такие старые вещи. Страх, испуг. Да ладно. Сундуком она. Ёб твою мать. Ворочий щит. Еще один амулет Талоса, да вы заебали. Ребят, да вы конкретно уже заебали своими амулетами Талоса. Так, сколько? 15 скинем. Похт. Иншатлив. Так. Ну, бля, тут же еще один сундук. Хм. Заманчиво. Возьмем вот таким макаром. Ай, сравни ко мне. И сейчас тут наберем по максимуму из того, что... Блин! Меня это уже бесит. Вот так делаем. И тесла ШТП. Сначала White Run, потом... Не вылетай мне. Ток не вылетай, брат. На-на-на-на-на. Ладно, ребята, сейчас быстренько я тут все раскидаю. И мы с вами встретимся уже в Донстаре. Ну что ж, вот мы в Донстаре, собственно. Бежим к нашему квестодателю в домик. Вроде бы я тут сидел, да? Не лезут, не лезут, молодцы. О! Рыбка! Фиши, 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 фиши! О! И... Блять, забыл про кислород. Сохереняемся опять же. Давай, не тупи. Да, вот он, ножны бритвы Мернеса. Ну чё, чувак, все части. 2400, охерительно. Держи награду. Наконец-то все части бритвы в моих руках. Пора открыть тебе кое-что. Ага. Есть и четвертая часть. Это ножны в витрине. Они созданы для бритвы. И это еще не все. Я знаю, как собрать все части вместе. Нужно только отнести их в святилище дракона и вызвать самого владыку хаоса. Хрень вопрос. Я с самого детства знал, что у культа мифического рассвета великое предназначение. А теперь я понял, в чем оно. Неужели не понимаешь? Судьба привела тебя прямо ко мне и к обломкам. Дракон ответит на наш призыв. Мы почти у цели. Встретимся у храма. Легко. Дайте мне выйти самому-то. Так, это где у нас? Это у нас хер знает где. А, нет. Я открыл его уже. Да, блять. Вы не дадите это место? Пойдите слышь ТП или нет? Ребята. Так, ладно.
Ладно, сделаем по-другому. Сделаем вот так. Уж обычно маркеры, точнее, иногда они обычно. Иногда маркеры мешают. Да, 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 я здесь, все, иди ты нахер. Заговорит с нами, да, 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 давай. Пизду вперед. Привет, чувак. Не мог, не бог. Не бог. Это была забавная игра. Но так он не объявит победителя, пока на доске есть пешка. Умеет сила. Он и его род сослужили свою службу. Убей его. Чувак, черня вопрос. Это плюс одна жертва к моему абонентовому клинку. Пока, чувак. Только не падай, только не падай, только не падай. Молодца, красавчик. Серебряное кольцо, стальной кинжал апатии нахер, а вот деяние мифического рассвета мне пригодится. Чувак, тебе все. Ладно. Достойное орудие, наполнили разрушением во славу мою. Прошли руки на мой алтарь в последний раз, и ты узришь силу Мируна Сатагона. Ладно. Опачки. Хераси магия. Перед тем, как ты уйдешь, бля! Да ты серьезно что ли, чувак? Так, ясненько. Извиняюсь, сейчас я одну секунду. Так, время подошло к концу, ну ладно, сейчас мы этих пидрил добьем и закончим серию. Он вообще в кулачный бой пошел, ты издеваешься? Чувак, серьезно? Да блядь, сдохни уже. Ну, Мирунес. Да ключ. Ой, сердце Дайдера, твою мать, такая редкая хрень, ё-моё. И ключ из сердца. Чё, тебе можно войти? Да ну вас нахер. Я думаю, сейчас не пойду. Я не настолько сильный. В общем, вот наша бритва Мирунеса. Небольшой шанс мгновенно кильнуть противника. Ох, хорошо, 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 хорошо. Спасибо, чувак. Ладно, ребята. На эту серию хватит, пожалуй. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И с вами увидимся в следующей серии. Я так думаю, будем выполнять еще один квест Принцев Даэдра. Думаю, Дом Ужасов пойдет. Так что встретимся с вами в Маркарте. Или где-то было. Ладно, всем пока и всем-всем удачи.